есть вот у нас пошел счетчик. По запаху можно чувствовать, что пошло обеззараживание. Раньше что здесь было? Здесь раньше был старый цех. Здесь в масле. В этом объеме должно быть ровно 1000 мегалитров. Я всю жизнь на производстве. И для меня есть понятие завода. Что такое завод вот для меня? Это то, что работает в 3 смены. Это вот завод. Все остальное это мастерские.